перед начальной установкой зажимаем кнопки режим и выбор одновременно до появления всех сегментов. Выбираем язык английский. Выбираем, в чем измерять дистанцию, километры. Настраиваем длину окружности. Для 20-дюймового шириной резины 1,75 у нас будет значение 15,90. Можно настроить позже. Устанавливаем заранее пройденный путь. Устанавливаем, через сколько километров нуждается у нас в обслуживании велосипед. Замена батареи. Нет, мы не согласны.